Всем привет! Решил снять небольшое видео, как я разбираю потихоньку коробку. Сейчас уже, в принципе, практически дефектовал ее. Начну ее собирать. 4R55E, коробка называется. Вот. Опускаю сегодня насос. Можете посмотреть следы втулочки медной, которая стерлась, которую нужно сейчас менять. Только что вот скрыл насос. Вот. Сейчас будем все размерять, смотреть, мертвый ли он. Или еще походит. Из-за того, что вот эта резинка лопнула, выбила сальник из коробки. Вот остальные потроха. Остальные потроха у нас, в принципе, уже готовы. Все уже разбирались. Все пакеты. Поставлены новые фрикционы, металл-диски. На суппорте поменены диски на новые. Проверено все это компрессором, то есть сжатым воздухом. То есть они закрываются, все, давление есть, то есть... Планетарка живая, то есть можно посмотреть внимательно на шестеренки, тоже походит, и подшипник игольчатый тоже в нормальном состоянии, то есть все дефектовалось. Все это обмазано пока что вот такой вот дрянью нашего производства, Спектрон называется. Очень недорогая автоэвка, самая дешевая, супер бюджетная. Но есть допуск, как написано, микрон. Ну, я мало в это верю. Но сейчас камера настроится. А нет, нет, нету. Странно. На большой упаковке есть, которая... 5-литровая такая большая продается, там есть микрон. Сам корпус, вот уже сзади поставили новую медиевую кольцо стопорное. Пока что еще не чистил. Поршни пока что не скрывал. Но в принципе, если посмотреть, дырки пускал туда давление, и поршень открывался, закрывался. То есть это говорит того, что нет потери давления. Поршни здесь металлические, АБ. То есть если с резинкой, которая оплетает, что-то все-таки случилось, то можно поменять по краям резинку, заказать, в принципе. Отдельно не будет продаваться. Придется менять весь поршень. Вот, ленточки. Ленты еще я решил не менять, в принципе, потому что она, в принципе, тонкая, но еще поход. Потому что слишком много денег уходит. В принципе, еще нормально. В принципе, из всех пакетов Сону все были целые, просто идеальные. Кроме вот этого овердрайва, насколько я помню. Вот. Остальные все были целые, то есть, ну, я все равно, то есть, купил новый комплект, поменял их. Вот какие там были фрикционы. Вот эти были с других пакетов. Они, сейчас я вот раскрою пакет. Они, в принципе, были как новые. То есть даже штангерциркулем, то есть мерили. Вот они. Это практически, ну, новые вообще, то есть ничего с ним. Только вот, со второго пакета тоже новые практически. Вообще просто новые. Даже... не стертые, вот каналы масляные,
все вообще в идеале. А вот пакеты овердрайва. Так. А. Так. И походу я уже выбросил. Потому что они были уже настолько черные, что их некуда было девать. Вот, в принципе, и все. Сейчас будем еще очищать соленоиды одним за одним. Вот, купил очиститель карбюратора. Сейчас будем их проверять. Аккумулятором стучать, наливать жидкость и собирать гидроблок. Ну, в принципе, пока что и все.